Всем привет, ребята, с вами ТНТ Фокс. Сегодня буду проводить такой эксперимент по многочисленным просьбам взорвать бутылку с водой. Взял вот 4 таких бутылки. Думаю, получится очень мощные взрывы, цветные, все как положено. Так, взорвем спрайт P2000, синюю. Вот спрайтик. Так, следующую пепси, вот такую фиолетовую, взорвем с P23. Так, потом P2000. Такая фиолетовая будет с зеленой водой, с пепси. И взорвем вот такую розовую кока-колу с мощной петардой К-44. Вот так они выглядят. Думаю, получится эффектно. Что ж, начинаем. Так. Начнем со спрайта. Так, остальные уберем в сторону. Ребята, а перед тем, как я начну взрывать эти бутылки, хочу вам посоветовать крутую игрушку. Называется War Thunder. Друзья, надоели хайповые жанры и лутбоксы в играх за 2000 рублей? Проверенный временем экшен War Thunder ждет тебя. Открой, прокачай более 1000 единиц военной техники, начиная с винтажных бипланов и первых танков и заканчивая реактивными самолетами и современным Т-64А. А совсем недавно в War Thunder появились еще и французские танки. Все наработки военной промышленности в твоем распоряжении, динамическая защита и композитная броня, туры, дымовые завесы и многое другое. Оцени мощь передовых технологий в бою на десятках разнообразных локаций по всему миру. Масштабные битвы удивят тебя крутой графикой и уникальной честной моделью повреждения, где нет места скучным полоскам здоровья. Твои решения и навыки определят исход сражения. В War Thunder есть место каждому, а в аркадном режиме сориентируется даже твоя бабушка, а реалистичные бои порадуют суровых любителей симуляторов. Качай War Thunder абсолютно бесплатно по ссылке в описании и получи ценные бонусы. Так, начинаем. Берем P2000, открываем спрайт. Так, установим хорошо. Надеюсь, фитиль не просрет. Так, поджигаем. Брызги долетели аж ко мне. Так, посмотрим повреждения. Как говорится, в кашу. Так, ребята, никому не советую взрывать петарды с рук. Потому что, не дай бог что, может получиться вот такое с вашими пальцами. Так что всегда взрывайте петарды, вот, ложите и поджигайте с пола. Вот такой спрайт получился. Так, давайте следующую. Следующая будет вот такая кока-кола. Так. Вот здесь ее установим, на самом краешке. Так, сейчас возьмем петарду. Так, пусть будет P2000. Так, открываем. Так, главное, чтобы бутылка не упала. Сюда снег положим. Вот так. Так. Поджигаем. Вообще в дребезги. Даже не могу найти бутылку. Короче, вот она. Вот она, еще похлеще, чем спрайт. Вот такое получилось. Ужас. Так, не забывайте ставить лайки,
за старание сегодня выброса в лес. Вот такие кучугуры снега. Так что поставьте лайк за старание. Так, взрываем дальше. Так, следующий будет пепси зеленая. Взрываем ее с 5.23. Так. Установим. Поджигаем. Так, зажигалки, как всегда, подводят. Возьмем другую. На морозе быстро замерзает. Так, вот зажигалка. Надеюсь, это будет нормально. Отлично. Так, вот бутылка. Тоже мощное повреждение. Упала на дно петарда. Так, дальше. Такая пепси. Сейчас мы сюда снега добавим. Скользит очень. Так, вот петарда К-44. Так, открываем. Не хочет бутылка стоять. Вот так. Что же, бросаем. Тоже в дребезги. Вот здесь уже начинает замерзать лед. О, даже осталось еще. Петарда была легкая, не упала на дно. Давайте покрасим снег. Так, давайте покажу вам, что случилось со всеми бутылками. Так, вот одна, вторая уже замерзла даже, кстати. Вот, видите, лед. Третья. Вот четвертая. Что же, ребята, кому понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на второй канал, там тоже интересные видео выходят. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был ТНТ Фокс. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. А также мы, как всегда, уберем за собой мусор. Всем пока.